Сегодня, получается, 25-11, да? Завтра ты уже увидишь этот видос, точнее, уже сегодня ты его, скорее всего, смотришь. Вот, сегодня будет в Победе бар тусовка Tier 7. Очень крутая, мощная тусовка, очень уютно. И действительно, прям нет такого жесткого ханаля. Ты приходишь, кайфуешь, наслаждаешься, отдыхаешь. Это прикольно. И сегодня там еще будет особенный гость. Это диджей Трафик, если я не ошибаюсь. Короче, именитый чувак с Москвы. Просто... как я понял, делать грязюку. Я думаю, сегодня с ним познакомлюсь, посмотрим, что кого и как. Тоже посниму вложик и все такую движуху сделаю. Думаю, будет просто мощно и сердито. Так, ну что, мои хорошие, как максимально выходить из зоны комфорта? Правильно, посередине улицы, в центре города, включать камеру, точнее телефон, петличка, свет на телефоне, и идти, и разговаривать. Короче, я уже иду в Победу бар, уже за час до мероприятия, за полтора часа до мероприятия, чтобы подготовить клиентчики, все дела, можно куда-то докопаться, посмотреть, где что происходит. И мне так нравится то, что идешь, и на тебя все люди так смотрят странно, забавно. Это, что я уже нахожусь в Победе, мы сейчас прикуриваемся, уже могли поставками видеть, что тут уже подготовочка идет. Прям все очень максимально серьезно, то есть можно за мной наблюдать, прям очень все дико, стильно. Это Никола доебусь немножечко. Да, давай, давай, привет. Расскажи, что, как происходит? Все будет замечательно, все круто, позвали артиста, все, сейчас подготовка, надеемся, что будет круто. Расскажи немножко про артиста, кто это? Юрий. Юра. Юра, Трафик. Это я драм-бэйс-диджей, представляю Data, серию вечеринок в Москве, одноименный лейбл Data Music. Алена расскажет, что сегодня будет происходить, что будет такого веселого в Победе. Ну-ка, давай, делись. Сегодня будет жесть. Полнейшая жесть, лють, месиво, грязь. Все вот эпитеты подходящие будут сегодня. Вот. Будет много классной музыки. У нас приехал Юра, Трафик. Он делает крутое музло, будет жесткий драм-н-бейс. Вот. Я сегодня буду играть необычную для себя музыку, брейкбит. Вот, я решила что-то чем-то новеньким вас удивить. В общем, будет очень хорошо. Слушай, скажи мне, пожалуйста, сложно было пригласить сюда Юру, привести в этом духе? Знаешь, не знаешь? Я знаю, что он максимально дружелюбный человек, очень открытый, искренний, и это было легко. Он хочет продвигать в массы, в культуру, музыку такую, поэтому это было легко. Вот, мы были на одной волне и будем сегодня на одной волне. Вот, я волна. С кайфом, спасибо тебе большое, дорогая. Обращайся. Все замечательно, все круто, позвали артиста, все, сейчас подготовка, надеемся, что будет круто. Расскажи немножко про артиста, кто это? Юрий, из Москвы. Чисто. Продюсер-диджей, я делаю тусовки на дате. Все, крутой чувак. Хорошо, что нам сегодня ожидать от сегодняшнего вечера? Что я ожидаю от сегодняшнего вечера? И ты, и все. Крутой. Все. Все, Гус. Надо готовиться к этим вопросам. Можно это никуда не выкладывать, пожалуйста? Спасибо. Расскажи, что сегодня будет? Сегодня будет отличная туса. У нас в гостях диджей Трафик, Юра, собственной персоны, Data Music, респект. Будет мясо, будет весело, будет круто. Супер. Что сегодня будешь играть? Я буду играть drum and bass, как и всегда. Какие-то, неизменно. Диповые, грувовые тречки, пару своих, наверное, поставлю. С кайфом. Расскажи про Юру. Блин, я про него тогда особо немного знаю. Знаю, что он родом из Владивостока. Знаю, что он лейбл-оунер Data Music. Проводит одноименные вечеринки. Короче, выпускает очень крутые треки. Мне прям нравится стиль этого лейбла. И начиная от звука, заканчивая визуалом. Блин, вообще четко. Спасибо, дорогой. Пожалуйста.
У нас Дима сейчас историю выкладывает, как я понимаю, и курит кальянчик. Дим, расскажи вообще, что происходит? Кальянчик, респект, как всегда. Расскажи, что происходит вообще? Ну, сегодня у нас вечеринка с привозом. Вот забукали и сразу же с козырей привезли Юру Трафика. Это идейный вдохновитель вечеринок Data. Вот. И также он основатель лейбла Data Music, где подписаны крутые артисты. Они продвигают вот именно такой диповый саунд драм-н-бейса, который мы тоже пытаемся продвигать в нашем городе. И надеюсь, что все пройдет хорошо, публика придет, и будет все здорово. По крайней мере, мы сделали все возможное для того, чтобы все прошло хорошо. Юра приехал, настрой хороший, встретили как подобается. То есть, надеемся, все будет супер. Так что приходите. Если нет возможности прийти на эту вечеринку, приходите на следующее. Вот. Так что так. Ну что, дорогие друзья, вот у нас Юрий. Трафик, все правильно? Да, друзья, всем привет. Супер, расскажи немножко про себя вкратце. Я драм-н-бейс диджей, представляю Data, серию вечеринок в Москве, одноименный лейбл Data Music. Расскажи, как тебе город Ярославль и как тебе мероприятие? Все, что я успел увидеть, это вечерний Ярославль из окна машины. Город мне понравился, слышал про него уже много раз до. И захотелось побывать здесь летом или в теплое время, или хотя бы погулять, но в этот раз, чувствую, не получится. Так все круто, вечеринка недавно началась, жду своего сета. А что сегодня будешь играть? Буду играть все то, что играю обычно в своих сетах в клубах Москвы и России. Это передовой драм-н-бейс и джангл тоже. Разный минималистичный, ньюскульный такой звук. Все, кто знаком немного с Data Music или с Data, наверняка знают. Кто не знаком, советую знакомиться. Тебе вообще организационные моменты? В целом все отлично, организаторам большой респект, хоспиталити вообще на уровне, отличный отель, ужин и все супер, ждем саму вечеринку, вот это самое главное, она у нас вон за спиной там проходит. Все, с кайфом, спасибо тебе, дорогой, что уделил немножко времени. Да, без проблем, все. Всем peace, слушайте хорошую музыку, это был Трафик. Никола, расскажешь, как прошло все мероприятие, как весь был движ и все там духи, и расскажешь, как Юра еще сыграл. Сейчас очень сложно говорить, потому что 2 часа ночи. Давай заново. Вечеринка прошла на ура. Юра, красавчик, сыграл просто невероятно. Не знаю, что он там играл, треки. У меня аж мурашки шли по коже, потому что невероятный подбор треков. Это, конечно, просто вау. Народу было много, круто, все очень понравилось. Надеюсь, что в дальнейшем будем развиваться и будет ходить больше народу. Все, что я хотел сказать. В общем, дорогой Скайфан, спасибо тебе. Почему немножко заебаны такие? Потому что 2 часа ночи, мы уставшие, движ Париж был мощный. Самое крутое было то, что была прямая трансляция на YouTube. Это очень круто. Вот, как-то так. А я чуть позже еще продолжу, расскажу, что кого, где, как. Вот. Что хочу сказать. Тусовка — это было просто мясо. Было овер круто. Это просто такие перспективы на будущее. Юра так мощно сыграл. Да, вообще, в целом, ребята показали высший уровень. Так все как обычно. Просто дали джазу. Мощно, хорошо. Я до сих пор на эмоциях. Поэтому я вам рекомендую залетать на такие тусовочки ТРС-20. Сразу, вот вы в городе Ярославле видите, что тусовка ТРС-20, надо залетать однозначно. Либо хотя просто залететь в гости в Победу бар, где вас и накормят, и напоят, и кальянчики покурите. В общем, все будет шикарно и мощно.
they shoot rock solid, built to last. Their pace, they move too fast. But behind them are the work of reflecting.